Новогодний джаз с Игорем Бутманом. Звуки саксофона, тромбона, трубы, пианино, контрабаса очаровали каждого слушателя. Под руководством главного дирижера, художественного руководителя и заслуженного артиста Мордовии Александра Курина на сцене Республиканского дворца культуры играл государственный джазовый оркестр Мордовии «Биг Бен Саранск». Помимо многократных участников фестиваля «Вейса Джаз», на концерте выступили и новые лица. Порадовал зрителей финалист международного телевизионного конкурса «Синяя птица-2019» Артемий Хрущалин и полуфиналист вокального телешоу Первого канала «Голос-2021» Вячеслав Явкин. Я уже в прямом эфире сказал, что ваша поддержка была очень ощутима. Мы сделали очень большое дело. Мы показали всей России, что мы не только спортом умеем заниматься, но и петь тоже умеем. С приветственным словом выступил глава Мордовии. Артем Сдунов подчеркнул значимость международного фестиваля «Вейса Джаз», у штурвала которого стоит народный артист России Игорь Бутман, и пообещал, что в следующем году фестиваль пройдет в полноценном трехдневном формате. Очень приятно, что мы этот вечер проводим вместе, любители джаза, любители просто живой музыки, настоящей музыки. И я считаю, как слова поддержки были сказаны, на следующий год мы проводим полноценный фестиваль, да? Побережем здоровье, победим пандемию, будем защищаться, все санитарные, психологические нормы, но фестиваль мы проведем. Глава республики вручил Игорю Бутману благодарственное письмо, а также памятную медаль за вклад в проведение чемпионата мира по футболу в городе-организаторе Саранске. Благодарственным письмом главы республики также был отмечен Вячеслав Явкин. Новогодний джаз с Игорем Бутманом состоялся. Зрители в восторге. Для поклонников джазовой музыки, а их в Мордовии немало, это лучший подарок к предстоящему празднику. Ирина Суконкина, Станислав Семин, «Народные новости».